Здесь, на улице Артельной, в районе дома номер 7, ремонт теплопровода идет полным ходом. Тепло побежит по новым трубам уже через 2-3 дня. Подобные ремонтные работы компании «Теплоэнерго» в этом году запланированы на 200 участках в Нижнем Новгороде. Фактически без прекращения подачи теплоносителя ведется замена тепловых сетей. Мы уже заменили, и я думаю, что все-таки потребители не чувствуют на себе это, уже более 3 километров тепловых сетей. В 2019 году мы планируем двукратно увеличить объем замены тепловых сетей. Ну, если говорить в абсолютном выражении, то мы планируем выйти на цифру, превышающую 100 километров. Ну, фактически это двукратное увеличение по сравнению с прошлыми периодами. При этом не только линейные объекты, но и объекты котельные, центральные тепловые пункты. В конце отопительного сезона ресурсоснабжающие организации проводят перерасчет. За отопление потребители платят каждый месяц одну и ту же сумму в течение всего года. Размер этой суммы – это 1/12 от объема потребления жилого дома за предыдущий год по показаниям общедомового прибора учета. Ежемесячно его показания снимают, а в конце года сравнивают, сколько тепла жители потребили и сколько денег заплатили. На основании этих показаний производится элементарный арифметический расчет соответствия этих показаний той сумме 1/12, по которой выставлялись по каждому лицевому счету счета. В случае, если жители в течение календарного года переплатили, им идет возврат. Если не доплатили, им выставляется корректировка в плюсовую сторону. Потребление тепла в доме может увеличиться из-за погодных условий, а также теплопотерь здания. В отопительный сезон 2018 года температура опустилась ниже на 3 градуса по сравнению с прошлым годом. В среднем сумма доплаты по предварительным подсчетам не превысит 3000 рублей. Эта сумма может единоразово появиться в платежке, но платить ее сразу целиком не обязательно. При выставлении платежек одновременно будет сделана рассрочка до конца года всех дополнительных платежей за тепло, которые вы увидите в платежке. То есть в платежке будет общая сумма, которая у вас образовалась дополнительно за предыдущий год, и сразу пойдет рассрочка до конца года. Вы вправе оплатить сразу, это ваше решение, чтобы не путаться в платежах. Можете, как вам удобно, оплатить эти платежи до конца года. Если переплатили вы, то эту сумму будут ежемесячно вычитать из суммы платежа. Платежки с перерасчетом жители региона получат в начале апреля. Любые вопросы и жалобы по этому поводу нижегородцы могут адресовать в домоуправляющую компанию или ГЖИ. Екатерина Васильева, Ренат Бекбаев, «Время новостей».